Проходит репетиция коллектива. Составляется репертуар концерта. Тематика песен разнообразна. Лирические, патриотические, военные, а также казачьи. Очарования нет сильнее, чем белый цвет родных берез. Подлинная красота поэзии в авторских песнях ансамбля. Анатолий Зеленцов, руководитель трио, говорит, что название «Ромашка» произошло от святого имени Роман, покровителя творческих людей. Наши песни, стихи, да, наши любимые родине. О чем еще? Ну, о любви есть. В основном-то о нашей родине, о нашей природе, о наших красотах, которые вокруг нас. Просто-напросто остановиться надо, осмотреться, оценить и что-то сказать свое о том, что видишь. Участники коллектива – ветераны сцены. Алла Шляхова, на подмостках 27 лет. Несколько меньше Екатерина Сотник. Трио имеет много наград. Свой первый диплом лауреата получил в 2010 году на Международном Маланинском фестивале. За представление казачьей песни и культуры его участники награждены юбилейными медалями. Тепло и дружелюбно принимала коллектив Италия. По воспоминаниям солисток, когда они исполняли свои песни на улицах городов, жители подпевали и потанцовывали им. Алла считает, что важно петь песни о любви к родине, к природе, к своим родным. Сейчас очень необходим патриотизм, поэтому мы много стихов включаем вот именно о любви к родине, к России. Вот. И я считаю, что нравственное начало обязательно сейчас надо. Вот я проработала всю жизнь воспитателем, и дети наши, вот мы даже выступали перед нашими детьми, и они с удовольствием слушают наши песни. И я считаю, что это очень необходимо. Патриотизм сейчас самое главное, мне кажется. Своими песнями, по словам Екатерины, коллектив хочет донести до сердец людей радость жизни, любовь к природе, чтобы люди России, добрые, хорошие, не разучились танцевать под гармошку. От своего творчества солистки получают большое удовольствие. Вот как-то, знаете, вот настроение иногда с работы, там усталый какой-то, а когда приходишь настроение, господи, три дня прям летаешь, потому что она действительно, эта песня, она западает не только в душу, она вообще по всему телу, такое чувство, что вот сама энергия я получила от того, что и кому-то я понравилась. Трио «Ромашка» – это песни, которые окрыляют, наполняют душу праздником. Это задорные танцы под гармошку, искренность и радушие исполнителей, счастливых от возможности нести людям энергию доброты.